Домашнее печенье. Утро выдалось просто чудесным. Ребята проснулись в прекрасном настроении и думали, чем бы заняться. Ой, о, я открою. Интересно, кто это? Мама и бабушка с дедушкой обещали быть к вечеру. Сперва погляди в дверной глазок. Не учи ученого. Ой, какая-то незнакомая тетя. Давай позовем папу. Ага. Доброе утро. Меня зовут Агата. Я ваша новая соседка. Хочу угостить вас моим домашним печеньем. Приятно познакомиться. И большое спасибо. Мы прямо сейчас и попробуем. Гав-гав! Да, да, да! Семейка собачек весело живет. Гав-гав! Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек. Гав-гав-гав. Вкусное печенье. Мама и бабушка тоже очень вкусно готовят. Да, и причем каждый день. Как им только не надоедают. О, а давайте мы тоже печенье приготовим. Маме с бабушкой сюрприз будет. А? Но как же мы сами приготовим? Мы же не знаем и не умеем. И вообще. А что? Мне нравится идея. Я бабушке и маме помогала иногда. Только не запомнила, как точно все делать. А духовку кто включит? Мама запретила нам даже подходить к ней. Эх, была не была. Духовку я включу, так и быть. Ура! Yes! Ищите продукты, а рецепт я посмотрю в интернете. Мука пшеничная и ржаная. Мука пшеничная, ржавая. Масло растительное и сливочное. Масло всякое там. Сахар ванильный. Мед. Сахар и ванильный мед. Сам ты ванильный мед. Скажи папе, что есть тыквенное пюре. Можем сделать тыквенное печенье на меду. Пусть ищет рецепт. О, тыква! Как в бабушкиных фирменных пирогах. Ага, вот бабушка удивится. Так-так, печенье домашнее. Тыквенное на меду. Видео? Не надо. Нет, не то. Снова не то. Кисточка, я нашел! Нашел рецепт. Сейчас распечатаю. Кисточка, мы нашли рецепт. Только он почему-то запечатанный. Сейчас папа его распечатает. Такое липкое. Ну надо же! Оказывается, готовить еду – это так интересно! У меня не лепится! И вообще, мне больше нравится кушать! Любишь кушать – люби и готовить! А ты представь, что ты из пластилина лепишь! И все получится! Что? В самом деле? А если я машинку слеплю? Или самолетик? Можно, но лучше что-нибудь не очень большое, иначе будет долго припекаться. Рыбку или вот, цветочек, например. О, придумал! Я птичку слеплю. А я сделаю смартфон. О, здорово! Вроде бы все купили. Ничего не забыли. О, зря мы с собой бутерброда не взяли. Очень есть хочется. О, а я бы чего-нибудь вкусненького съела. Чаю с печеньками. Приедем, надо будет испечь. Я уже не могу дождаться. О, это они. А мы вас ждем пить чай. А мы сами печенье испекли. Тыквенное, на меду. Мои вы умницы. Сами? А духовку кто включал? Папа включал. А еще он рецепт нашел и на принтере распечатал. О, какие молодцы! А я только мечтала чайку попить с печеньем.
Семейка собачек. Веселый денечек.